Всех приветствую, друзья, на канале у себя. Сегодня мы с вами переработаем вот такие микросхемы. Вот, микросхемы импортные. Так, одну сейчас возьму. Вот такие вот. Серия 555, а если точнее, то сейчас вот так настрою. U555C, UDMME. Вот такая микросхема. Сразу видим, ножки все позолоченные. Кристалл под стеклом запоминающий, также желтый. Это стекло мы удалим. И сами они керамические также. Вот, очень много информации идет разновидной, то есть по данным микросхемам, вообще какого производства они, как бы я смотрел. Один справочник показывает, что это производитель болгарский, в Болгарии сделано. Аналог наших советских микросхем серии К573РФ5. То есть, вот, в принципе, они похожи. Вот. То есть аналог наших советских, либо 573РФ5, либо 573РФ4. То есть, сходные микросхемы. Вот, на других сайтах написано, что это вообще производитель американский, никакая не Болгария. На третьем сайте показывают, что это вообще Китай. То есть, ну, настолько разновидность информации, то есть, по данным микросхемам, что как таковой справочника на них я не нашел. Вот, ну, самый лучший справочник это кислоты, он как раз нам и покажет по данным микросхемам, сколько они содержат. Так, здесь у меня их ровно 15 штучек. Избавимся вот от этого кристалла, то есть, вернее, стекла, она сверху так припаяна. Стекло это, если его нагреть, оно сразу отходит. Вот, поэтому никаких проблем нету, чтобы добраться до нашего, до запоминающего кристалла, где внутри он также желтый, вон видно, да? Вот, поэтому освобожусь я от этих стекляшек. Ну и сразу, здесь исходного материала у нас получается ровно 15 штучек я отобрал. 15 микросхем, исходного, импортных, исходного материала. Тогда я сейчас стекляшки все эти сниму, перебазируюсь в наш гараж, расставлю все нужные кислоты, весь свой нужный инвентарь, и тогда встретимся с вами в гараже. Итак, друзья, перебрался я в наш гараж и подготовил весь материальчик наш, все наши микросхемы. Отпаял все стекло, отпаивается очень быстро, то есть положили на плиточку, она нагрелась, сняли микросхему и отодвинули вот эту стекляшку, вот эту защиту. Вот, одной рукой было просто неудобно, но я все равно показал, как это делается. И все в бокальчик. Так, пойдем через азотку, хотя я думаю, здесь в принципе можно сразу травить царской водки. Вот, ну лучше для чистоты, пойдем через азотную кислоту. Здесь у меня 60 мл 57% кислоты. Вот, пускай она лишний металл, если какие-то будут, раздолбает. Хотя, ну, я сомневаюсь, что она ножки сможет протравить. Но в любом случае, пойдем через нее сначала. Заливаем сразу, чтобы наш материальчик покрыло. А его не покрыло. Ну, ничего страшного. Хотя нет, покрыло, просто одна микросхема всплыла. Вот так, то есть видим реакции никакой, потому что все покрыто позолото, и доступа как бы нету к материалам. Хотя вот это разъедает. То есть, смотрите, видите, то есть микросхемы вот эти вот, где стояло стекло. Скорее всего, это серебро. Соответственно, и на стекле осталось серебро. Так, тогда мы, сейчас я это все стекло погружу сюда, и тоже оно пускай протравится полностью. Вот, я почти, ну, подозреваю, что это серебро, потому что все микросхемы отмылись сразу же. То есть, я думаю, что это серебро. Так, тогда поставлю на плиточку, на подогрев, и вот это стекло сейчас сюда перемещу, ну и пускай тоже протравятся наши стекляшки, и еще достанем отсюда серебро, когда я всю эту процедуру сделаю, ну и тогда уже включусь. Итак, друзья, протравились наши микросхемы, стали вот такие беленькие, чистенькие, и стекляшки также, вон, видно, все очистились, вот, в азотке. Так, сейчас разберемся, сначала с микросхемами, дальше будем травить через соля. Здесь я налил солянки, 60 мл, чтобы покрыло материал, вот, так. Даже немножко опять не покрыло. Надо, конечно, брать чуть больше. Но я взял, если что, вот так микросхемы подвину, как бы металла. Там особо, не особо много, просто керамики много. Вот. Вот так вот. Поставим на плитку. И здесь у меня азотка. Азотка у меня самодельная. 30 мл пока добавлю. Вот. Потом, если, ну, не хватит, то есть еще добавлю. Ну, в принципе, отлично, да. Сразу на плиточку поставим. Все 30 мл залью. Вот так вот. И сразу, вон, видим, растворчик начинает зеленеть. Сразу растворяется вся позолота и все металлы, которые там есть также. Растворяться. Если азотка выработается, ну еще добавлю. То есть не проблематично. Так, теперь с этим раствором. Это у нас отработанная азотка. Давайте проверим ее на серебро. Ну, по раствору видно, что оно там есть. Сейчас я солянки налью. Так, забыл, в каком. Вот здесь, да, была солянка. Сразу видно, то есть такой растворчик. Чистенький, беленький. Даже вижу, он на дне то ли куски керамики, он,
то ли это хлорид. Но сейчас проверим на серебро. Давайте подольем и посмотрим. Как видим, растворчик наш сразу помутнел. То есть серебро в них есть. Ну, что-то как бы в них, ну, очень малое, то есть 15 штук. Там смысла его нету, то есть доставать. А так серебро они также содержат. Вон, видим, здесь хлорид наш. Так что еще этот аналог содержит серебро. Ну, по стекляшкам было видно, то есть микросхемы, когда начали отмываться. Вот, и сразу стало видно, то есть, что серебро. Ну, вон там наш хлорид выпадает. Ну, я не вижу его смысла доставать, ну, совсем немножко, то есть, плюс его восстановить, потом тут серебра будет, я не знаю, то есть, ну, не стоит работы, оставлю, пускай он будет. Ну, а здесь у нас идет полным ходом растворение. Растворчик весь наш, как обычно, пожелтел, такой насыщенный цвет идет, прям интересно, сколько они содержат все-таки. Прям такое, вон ножки, некоторые ножки вон уже плавают. Ну, тогда, как все металлы протравлю полностью, профильтрую нашего царя, вот, ну, и тогда уже включусь. Итак, друзья, профильтровал я нашего царя. Вот такой он чистенький, красивенький, насыщенный такой цвет прям у него. Прям, ну, видать, неплохое содержание. На грани закипания уже. Микросхемы все наши протравились. Вон осталась какая-то то ли керамика темная, то есть. И вот там под кристаллами все полностью беленькие, чистенькие. И стеклышки также все протравились, также все чистенькие и беленькие. Так, ну давайте, будем гасить азотку. Здесь я налил 20 мл. Вот, поэтому приливаем потихоньку. Я думаю, реакция будет бурная. С импорта обычно бурная. Да-да-да, вот видите, насколько она бурная. То есть отлично прям вообще. Это очень быстро выработается азотка тогда. Когда вот диоксид азота вырабатывается тоже. Ну, не настолько быстро, когда без него, но тоже быстро выработается. Еще подливаем. Сейчас опять смотрите. Вот видите, насколько бурно она поднимается. Сразу запах пареной водки. Я думаю, быстро погасит. Так, ну тогда как всю азотку подошу, тогда включусь. Сейчас, как обычно, отключу камеру, и она погасится. Ну-ка сейчас еще раз прилью. Немножечко добавляем. Ну да, азотки достаточно там прям, ну, нормальное количество. То есть я 30 наливал и немножко 10 еще добавлял, чтобы все металлы растворились. Ну тогда как всю азотку погашу, ну тогда включусь, будем сразу с вами осаждать золото. Итак, друзья, азоточку я погасил. Достаточно долго так гасилось, наверное, минуты 3. То есть, ну, неплохо так, крепко она там сидела так. Вот, и вот тут у меня еще осталось немножко. Водочки давайте подольем. Не, вообще нисколько нету. Здесь я налил железный куполос. 2 чайные ложки на 100 мл. Ну и приливаем, смотрим. Как видим, растворчик наш сразу помутнел. Я думаю, содержание очень хорошее в этих микросхемах. Даже, по-моему, да, даже немножко вон видно поблескивает. Золотая метель все-таки успела выпасть. Блестяшки плавают. Ну ничего, сейчас их купорос прибьет к дну стакана. Вот, и осадочек будет с блестяшками. Красивое такое, то есть, явление. Классно вообще, водка работает. Так, ну тогда сейчас я наш раствор прокипячу. То есть закипячу, чтобы осадочек хорошо скомкался. Ну и тогда уже включусь. Почищу его, как обычно, по тройной системе очистки. Вот, ну и тогда встретимся сразу с вами на подсчетах. Блин, классно так оседает, то есть прям по стенкам видно. Купорос ползет и вместе за собой чешуйки. Классно вообще. Так, ну встретимся на подсчетах сразу. Итак, друзья, доработал я наш осадочек, почистил его, как обычно, вот такой он чистенький, красивенький, солнечного цвета, никакой липкости, ни магнитности не имеет, катается по стеклу, то есть ничем его там, никакой ни скрепкой не надо эту пыль сшибать, то есть осадок при девятке, то есть сразу его золото, оно его сразу видно, то есть оно когда чистое, оно не имеет ни магнитности, ни липкости, то есть вот оно звенит прям именно по стеклу, то есть не прилипает никаким образом. Так, ну давайте взвесим, потому что мне самому интересно, как бы очень достаточное количество осадка. Так, ставим весы наши. Включаем. Так, тягелечек эмалированный ставим. И так, наигрались. Оттариваем. Оттариваем и высыпаем. Потихоньку.
потихоньку. Так, ничего не осталось, чистенько. И вот такой вот результат, 0,81. На самом деле выход просто космический. То есть даже в наших советских микросхемах К573 RF4 выход намного меньше на 15 штук. Это просто, я не знаю, это шикарный импорт. То есть все-таки, скорее всего, это были Болгария, то есть производитель болгарской. Вот просто отлично. Плюс еще не забываем, в данных микросхемах есть серебро. На 15 штук его, конечно, мало там, но если 150 штук, то получается достаточно хорошее количество. На 150 штук 8 грамм золота выходит, 8,1, точнее, если быть. Просто отличный материал и отличные микросхемы, классные вообще. Первый раз мне такие попались. Так, ну вот такой вот ролик, друзья, вот такой вот выход. Отлично, просто понравилось мне с данным материалом работать. Вот, также не забываем голосовать по поводу видеороликов по переработке. Вот, так стало намного удобнее мне, то есть я вижу, сколько людей хотят посмотреть, но те ролики, за которых проголосовало меньше, они все равно появятся, то есть на канале, только чуть-чуть попозже. Вот, поэтому вот так. Ну вот такой вот ролик, друзья, вот такой вот выход. Всем, кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки, ну а кто нейтрально относится, ставим средние лайки. Всем удачи, всем пока.